Блин, не успеваю ничего. Не успеваю ничего. Блин, не успеваю, не успеваю. Должны вот-вот прилететь. Уже два раза заходили на посадку, но, видно, не нашли места хорошее, доброе. Сейчас вот быстренько, вот осталось еще две кучи сделать, убрать. А, здравствуйте, друзья. Меня зовут Владимир Белов, и я живу в чудесной деревне Окунево, Муромцевского района Омской области. Сегодня посмотрел ролик Димона. Димон, привет. Он говорит, там где-то планетяне должны прилететь в Америке. Ты, елки-палки, выхожу сейчас. Ну, точно два раза уже за... Пошли на посадку. Ну, что, завожу трактор по-быстрому, цепляю телегу и давай носиться. Огороды-то у нас не копанные, не сажают. Так вот... Вот был более-менее тут черный-то есть земля. Сейчас вот убрал, тележку уже вывез. Сейчас вторую вот вывожу. Ну что, прилетят, надо же контакты с планетянами-то налаживать. Вы скажете, что я курил? Я вообще не курю. Что пил? Да, конечно, только чай. Какой чай? Индийский. Индийский чай. Короче, ребятки, некогда мне с вами. Некогда. Некогда. Готовиться надо. Налаживать контакт с международным космосом надо. Так что вот так вот. Поехали. Блин, не успеваю. Ну время-то. Время-то. Часы. Так они идут по космосу. У нас время-то не такое, как у вас там. Космос. Так что вот так вот. Блин, Елена Степановна не помогает нифига. Ну как я тут один справлюсь со всем? Ладно. Что-нибудь сделаем. Хорошо, что трактор не подводит. Ну, он же не космический. Пару куч осталось, пару куч. И все нормально будет. Я думаю, что... О, на третий круг пошли уже. Ладно. Ну, вам-то с камеры это будет не видно, потому что я только избранные могут это видеть. Готовим место под посадку. Не картошки, не картошки. Посадка будет осуществляться на наш огород. Сейчас вот встанем вот и будем флажками, как вот по-разному. Лена, фу. Сейчас. Там запись идет? Уберем сейчас, наложим дров поленницей. Окунево, мы здесь. Вырежем крестик,
крестик на земле выложим, чтоб они видели и сразу... О! Слышите? Собака лает. О, блин, даже часы остановились. Ничего себе. Вот это аномалия, так аномалия. Друзья мои, конечно же, это была шутка. То, что должны прилететь инопланетяны на тарелках или на каких-то там других летательных аппаратах. Сегодня суббота у нас, 21 сентября. Суббота, значит, к нам на выходные приехали люди с города Омска. Выхожу и смотрю, по улице идет интересный молодой человек. Ну, молодой, пусть будет это молодой человек. Идет, что-то там руками машет. Я вижу, какой-то он немножко странный. Какой-то необычный, поведение его такое необычное. Я говорю, что вы делаете? Он, должны прилететь сегодня. Я, блин, то ли смеяться, то ли плакать. От чего плакать? Да, конечно, от радости, друзья мои. От радости плакать. От радости за то, что нас посетят... инопланетные существа сегодня. Ну, так что вот так вот. Прошу не обижаться, что я разыграл перед вами такой небольшой спектакль. Так что, чем я занимаюсь? Освобождаю, убираю бот, зеленый бот, бот еще зеленый, все, почти что склал, там еще осталась маленькая кочка, там впереди трактора. Вывожу, жечь не хочу его жечь, потому что, ну, все-таки пожарная безопасность и загорится, мало ли что тут сено, травы много сухой, и лучше... МЧС сегодня СМС-ку прислал. Да, МЧС передало предупреждение штормовое, ну и, короче, ну, пускай будет так вот. С погрузкой бота старого бота ненужного закончено. Хотел обсудить с вами сегодня такой вопрос. Вчера я выпустил видео, сравнение тракторов марки ЮМЗ и МТЗ. Мы с Александром Николаевичем, с Грязновым, просто сидели, рассуждали. Александр Николаевич высказал свою точку зрения. Прошу уважать точку зрения Александра Николаевича. Были честные обзоры или нечестные, правильно или нет сравнивать, а почему бы и нет, мы высказали свое мнение. Дело в том, что... Союз Советских Социалистических Республик СССР давно уже развалился. А доступные трактора, которые есть в ценовой категории для большинства людей, граждан, участников ЛПХ, крестьянско-фермерских хозяйств небольших, это вот, естественно, только вот эти вот старенькие наши трактора поношенные. Ну, у кого есть, тот берет чуть-чуть получше. Ну, где возьмешь получше? На какие шиши? Это надо миллион с лишним брать, тратить на это. И какая должна быть отдача? Как мне тоже прозвучал недавно комментарий такой. А скажите, выгодно или нет держать там сейчас трактора при всем объеме хозяйства? Какое должно быть хозяйство, чтобы отбить расходы на содержание трактора, расходы на горючку, не проще ли сена или корма покупать? Это уже сам для себя каждый хозяин КФХ или ЛПХ, или просто своего хозяйства решает, что ему выгоднее. Покупать это сено у кого-то втридорого или готовить это самому. Каждый решает сам для себя. Каждый решает, что покупать, что выгоднее, что невыгоднее, что дешевле, что не дешевле. Так что вот так вот. А про трактора что я скажу? Ну, это вы встретились... С Александром поговорили, высказали такое мнение. Я думал, что любителей или приверженцев марки трактора ЮМЗ будет гораздо больше. Но, очевидно, вот и смотрю из комментариев, что людей, кто любит или уважает марку МТЗ, гораздо больше, чем ЮМЗ. Хотя две марки, два одноклассника, ну, немножко там есть кое-какая разница. Но в целом, я думаю, если трактор содержится в хороших
хороших руках и выполняются на нем все ежедневные технические и сезонные работы, следят за ним, то эта техника не подводит. Само собой, запчастей на МТЗ гораздо больше, чем на ЮМЗ. Ну, вследствие того, что вот эта марка МТЗ, это как-то в свое время она вышла. Ну, больше было ее, ну, на просторах России и вообще мира, СНГ и всего мира закупали трактора и во все другие страны. Более распространенные, ну так что так вот. Ну а качество современных запчастей вы, друзья мои, сами знаете прекрасно. Ну что, Елена Степановна, выкопал картошку? Короче, пропустили гнездо, полведра накопали картошки. Так вот. Когда копали картошку, пропустили два гнезда. Ну, а я сейчас вот ботву убирал, вижу, ага, два гнезда невыкопанных. Ладно. Так вот, на этом все. Поедем вываливать. Работаем. Следующий этап. Грузим сочные продукты. Сочные продукты. Это кабачки, кабачки, тыквы. Кабачки все сгрузили. Не все сгрузили? Вон там еще. Вон там. Привет, Елена Степановна. Вон там еще около стога, да, по ту сторону. Остались тыквы. Тыквы, тыквы, тыквы. Во, вот остались. Вот смотрите, какие большие. Что это за модель тыквы? Как название тыквы? Сорт. Сорт. Стофунтовая называется. Стофунтовая. Стофунтовая. А редко большая у нас. Редко? Ну, вообще-то, нынче хороший год, все тут. Угу. О. Ну что, грузите, Елена Степановна, а Владимир Петрович будет снимать, значит.